Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как с помощью шляпы мы можем дополнить не только образ, но и хорошее настроение. В давние времена шляпа была признаком роскошности, элегантности, индивидуальности его владельца. Ведь шляпа – это один из главных элементов стиля, благодаря которому мы можем создать абсолютно разное настроение. Вас ждет незабываемый отдых с любимым человеком? Или вы едете покорять теплые страны? Необходимо быть романтичной и нежной? Тогда остановите свой выбор на широкополой шляпе. Благодаря своей утонченности она подчеркнет вашу женственность, красоту и элегантность. Не забывайте о том, что шляпа не только защита от солнца, а и завершение вашего образа. Ярким примером является шляпа Федора, так как эту шляпу можно носить не только на пляже, но и в городе. Федора отлично подойдет как девушкам, так и мужчинам. Своей неповторимостью она придаст вам яркости в образе и в настроении, ведь кто-то может влюбиться в вашу улыбку. Шляпа – это отблеск души. Если вы динамичны и готовы идти навстречу приключениям, вашему образу необходима шляпа Трилби. Она придаст вашему настроению легкости и уверенности. Невероятно актуальна в этом сезоне шляпа Канотье. Если вы шагаете в ногу с модой и хотите быть в центре внимания, тогда вам просто необходима эта шляпа. Она придаст вам неповторимости в образе, именно с ней будьте всегда в тренде. И помните, все дело в шляпе. Будьте стильными и счастливыми с Lucky Look.